Всем привет на канале Олдачман. Сегодня я вообще-то не рассчитывал записывать никакое видео. На работе было немножко больше стресса, чем обычно, поэтому я думал сделать себе сегодня выходной. Но в дополнение к тому видео, которое у нас запланировано на 10 число, на 10 июля, это видео о том, что МИД Германии во главе с Анналеной Бербок оказался втянут в огромный миграционный скандал с выдачей виз по подложным документам, я решил сделать сегодня еще одно видео, так как этот скандал тянет за собой, как я уже говорил, в том видео будет это говориться, и как я уже неоднократно говорил в разных видео по различным темам о мигрантах, это как снежный ком, который тянет за собой все больше и больше не только политиков, но и политических структур в стране. В общем, давайте попробуем, потому что действительно, сегодня я немножечко устал, но снять это видео я просто обязан, потому что у нас появился еще один спонсор нашего канала. Это пользовательница и подписчица нашего канала из Санкт-Петербурга. Она пожелала остаться действительно неизвестной. Она попросила, чтобы я не называл ее имени и фамилии и даже никнейма здесь на канале. Но, тем не менее, она на развитие нашего канала пожертвовала 30 евро. Поэтому такие вот дела. И наш канал, благодаря таким вот подписчикам, таким спонсорам, продолжает свое продвижение вперед. Значит, еще один маленький такой вот момент, где я хотел бы сделать отступление. Один, скажем так, коллега с государственного канала АРД, Das Erste, его зовут Константин Шрайбер, он работает ведущим теленовостей. Несколько лет назад презентовал свою книгу, в которой он высказывал свое критическое отношение к исламу, к религии, к людям, которые проповедуют ислам, и почему они ведут себя так порой агрессивно. Он приехал на встречу с людьми, которые покупали его книгу. То есть он приехал на презентацию своей книги в одном из городов, в одном из залов, и случилось такое вот неприятное действие. Один из посетителей этой встречи запулил Константину Шрайберу тортом в физиономию и назвал его достаточно такими нелицеприятными словами, обозвав его в достаточно так противно и сказал, обвинив его в том, что вот этот вот человек ненавидит ислам и так далее, и так далее. Что сделал Константин Шрайбер? Он совершил ошибку. После вот такой вот презентации, после такого случая, он сказал, что он больше об исламе ничего говорить не будет. Наоборот, со своей стороны, я хотел бы этому ведущему, он немец, если вас интересует этот вопрос, я хотел бы со своей стороны ему пожелать только в будущем успехов и посоветовать как можно меньше обращать внимание на вот такие вот идиотские всплески негатива, которые имеют место быть, будь то исламские радикалы или просто салафисты или еще кто-нибудь. Это люди, которые наоборот с негативной стороны показывают свою религию. Итак, сейчас возвращаемся к теме, которую я хотел затронуть в этом видео. Министерство иностранных дел Германии оказалось втянуто в крупный международный скандал с выдачей виз по подложным документам. Видео, которое выйдет 10 числа, там рассказывается подробно о том, как это все происходило, где, в какой стране, в каком городе, какое посольство и так далее. Сегодня я хотел бы вам заметить
как бы в преддверии этого видео следующее. После предъявленных обвинений Генпрокуратурой из Берлина и из Котбуса в адрес Министерства иностранных дел, Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел, а также ее работники, ее сотрудники, частично подтвердили тот факт, что да, визы выдавались по, скажем так, доверенным паспортам людям, которых они в глаза никогда не видели. Что это значит? Есть такое понятие прокси-пас. Прокси-пас – это паспорт, который человек имеет право передать своему родственнику или знакомому для того, чтобы тот получил за него соответствующие документы или визу, пускай въездную или выездную из какой-то страны, и принес ему, отдал на руки. Значит, в любой стране, в любом посольстве, для того, чтобы получить свои документы выездные или въездные, вы обязаны быть там, собственно, лично. То есть нет такого понятия, как доверенность, по которой можно кому-то передать свой паспорт. Однако же немцы, именно вот эти вот Министерство иностранных дел, пошло на уступки по вот этим вот прокси-паспортам и совершило сумасшедшие ошибки в отношении многих людей, которые приехали сюда по подложным документам. Когда немецкие власти, немецкие вот пограничники здесь, на границе, заметили, что у них оказались фальшивые документы, они завели уголовные дела. Но так как у нас была политика умолчания, политика, скажем так, нераскрытия различных казусов со стороны правительства несколько лет подряд, то эти дела шли очень тихонечко и развивались в ходе событий очень тихонечко. Сегодня же, для того, чтобы показать, что наше правосудие, в первую очередь Феемида немецкая, работает действительно правильно, этим делам дали более обширную область для действия. А именно, оказалось, что вот в этих прокси-паспортах некоторые страницы были вырваны, удалены и заменены на другие, на пустые бланки. Это доказали следователи Генпрокуратуры. Эти голые бланки, вшитые в паспорта, передавались дальше в Генконсульство и в посольство Германии в разных странах, в том числе и в Пакистане, в Исламабаде. И в эти вкладки ставилась въездная виза в Германию. Прокуратура выставляет, скажем так, не счет, а выставляет претензии Министерству иностранных дел по факту того, что за несколько лет, это вы услышите еще в видео выпуске от 10 июля, сегодня же у нас 3 июля, Генпрокуратура выставляет, скажем так, претензии Министерству иностранных дел по факту подложных виз, что включает в себя такое вот высказывание, такое вот предъявление, скажем так, претензий или участие, соучастие в уголовных делах. Министерство иностранных дел тут же отреагировало на вот эти вот заявления Генпрокуратуры и заявило, что не может быть, что несколько тысяч нелегальных афганцев, сирийцев и так далее, прибывших в Пакистан, приехали в Германию по подложным документам. Мы можем подтвердить максимум 2 чартерных рейса общим количеством людей до 12 человек. То есть Министерство иностранных дел подтверждает тот факт, что они выдавали визы по подложным фальшивым документам. Но, естественно, это сильнейший не только международный скандал, но и внутриполитический скандал, в который с головой втянута глава Министерства иностранных дел Анна-Лена Бербок.
Этот скандал сегодня развивается, скажем так, очень и очень громко, потому что раз Министерство иностранных дел признало за собой тот факт, что они выдавали визы по подложным документам, по фальсифицированным паспортам, значит, вследствие этого, в ходе расследования, они рано или поздно признают тот факт, что как минимум 1000, а то и более различных вот этих нелегальных мигрантов, согласно таким манипуляциям с паспортами, смогли проникнуть на территорию Германии, где, подав документы на предоставление политического убежища, получили крышу над головой плюс социальные пособия. С одной стороны, кажется, что елки-палки, блин, куда же мир катится? Неужели в нашей стране, вот именно в Германии, политики настолько обнаглели, что позволяют себе вести себя вот так вот нагло, рассказывая ложь в глаза своим избирателям, в глаза своему населению? И веря в то, что население просто молча все это проглотит и не выскажет своего недоверия к этому правительству. Такими шагами, кто-то может сейчас сказать, глобалисты, вот сейчас это специально сделали глобалисты для того, чтобы скинуть эту коалицию. Вы знаете, такими шагами, как сегодня развиваются события у нас в Германии, этой коалиции, которая находится сегодня у власти, вот эта светофорная коалиция, на следующих выборах в Бундестаг можно уже ничего не ожидать. То есть не только зеленые потеряют практически все свои мандаты, свободные демократы потеряют большинство своих мандатов, но также и партия СПД может хорошо пошатнуться. Да, она и так уже пошатнулась, это показали выборы в Европарламент в этом году. Может пошатнуться так, что к власти действительно придут или оппозиционеры, вот этот союз ХДС, ХСС, или, что еще хуже, к власти придет партия АФД, Альтернатива для Германии. В меня очень много людей бросали на Ютубе камни по теме партии АФД, мол, типа, я ничего не соображаю, да если я такой, проваливаю, типа, чтобы я проваливал в Россию. Во-первых, к России я не имею никакого отношения, я это уже говорил, повторяюсь еще раз, для тех, кто не особо одарен интеллектом. И я говорю то, что есть на самом деле, я говорю свою точку зрения, я высказываю свое мнение по политическим темам, по тем событиям, которые происходят вокруг нас, здесь, в стране, в Германии. А принимать их за веру или нет, это уже ваше личное дело. Поэтому придет ли в следующем году к власти АФД или нет, время покажет. В любом случае, сегодняшняя коалиция с вот этой вот огромной горой скандалов, направленных против нее, направленных на дискредитацию этой коалиции, играет свою роль вот эта вот гора скандалов. И в результате всего этого в следующем году вряд ли у этой коалиции будут шансы заработать хотя бы процентов 40 голосов всех избирателей на выборы в Бундестаг. Ну и, конечно же, в заключение я хотел бы упомянуть нашу дражайшую министра иностранных дел Аналену Бербок, на которую налетели и журналисты, и аналитики, и статистики, мол, как она имела право в прошлом году, в 2023 году, потратить 136 тысяч евро, вдумайтесь в это число, 136 тысяч евро на парикмахера и визажиста. На встрече с журналистами она ответила: я вынуждена была это сделать, потому что если бы я этого не делала, то я выглядела бы просто как какой-то гробовщик, не только на встречах с избирателями, но и в Бундестаге. Вот что она сказала. Вы знаете, 136 тысяч евро в год – это достаточно хорошая сумма денег. Это если мы поделим на
12 месяцев, ну, там, плюс вот эти вот рождественские деньги, то есть 13-я зарплата, как говорится, рождественская гратификация, это получится зарплата простого человека 8-9 тысяч евро. Хотел бы я получать такую зарплату, вы знаете? Это было бы круто. Кстати, очень многие политики, плюс вот этой вот Элис Вайдель, которую просто боготворят все русскоязычные этнические немцы в Германии, а не граждане немецкой национальности, комики всякие и истерики. Вот это вот Элис Вайдель, которую боготворят граждане этнические немцы, она, между прочим, сама зачесывает себе волосы, сама делает себе прическу. Нашей вот этой вот Аннелене Бербок, министру иностранных дел, пора бы взять с нее пример. Чем тратить такие сумасшедшие деньги на визажиста и парикмахера и открыто об этом заявлять. То есть вот эта вот министр иностранных дел, она считает свое население действительно тупыми овцами и баранами, которым можно лгать в глаза и говорить все, что тебе хочется, а они просто-напросто это проглотят. Комическая ситуация получается и достаточно такое вот, скажем так, сомнительное, не то что спорное, а именно сомнительное, двоякое мнение по поводу того, что делают наши политики здесь в Германии. Вот. Ну и, конечно же, в самом конце я хотел бы, ну, можно сказать, что традиция, я хотел бы в конце упомянуть одну истеричку, появившуюся здесь у меня на канале на прошлой неделе под одним из видео. Видео было посвящено украинским беженцам, отношению немецких политиков к украинским беженцам. Она начала почему-то оскорблять именно меня, как автора и ведущего этого канала, в том, что, мол, типа, я оскорбляю Украину в ее лице и говорю, что раз Украина, мол, коррумпированная страна, это не мои слова, это сказали и немецкие политики, что Украина самая коррумпированная страна Европы. Это не мои слова, я бы до такого никогда не додумался. Но раз это сказали немецкие политики, значит, и я имею полное право повторить их высказывания. Она сказала, почему же я не высказываюсь против того, что Россия тоже коррумпированная страна. Ах да, скорее всего, я не высказываюсь только потому, что боюсь, что кремлевский шеф надерет мне задницу. Ну, это еще мягко сказано. Она там плевалась слюной вовсю, так что просто ужас. Я думал, ладно, фиг с тобой, этот комментарий я пропустил. Между прочим, она написала его на немецком языке. Живет здесь, в Германии, вот уже 10 лет. Я написал это на немецком языке. Вернее, она написала это на немецком языке, пардон, я просто устал после работы. Много работы сегодня у нас было, так что уж извините. Я ей ответил тоже на немецком языке. И тут, как говорится, Остапа понесло. Она полезла на другое видео, там оставила еще несколько ядовитых гадских комментариев. И я понял, что это истеричка, которая принадлежит к когорте тех людей, которые, если им ответишь, все их прорывает, в их сторону обратили внимание, значит, нужно плевать, нужно обзываться, нужно семенить ножками и хаять всех и вся, на чем свет стоит, неважно, прав ты или не прав. Поэтому после четвертого ее комментария я просто-напросто отправил дамочку в бан. Я так полагаю, что если люди считают, что они высказываются как-то со своим мнением на канале или под каким-либо видео, неважно у кого, отстаивая свою точку зрения, то они обязаны уметь выслушать своего оппонента. Если же они, не выслушав оппонента, начинают бросаться в какие-то грязные скандалы, то таким людям, в первую очередь, у меня на канале делать нечего. У меня из двух модераторов один отказался от этой работы, потому что, ну, во-первых, парню еще нет 20 лет, и парень сказал открыто, ты знаешь, я, говорит, не могу читать эти комментарии, которые
уходят в спам, потому что столько грязи, говорит, я не ожидал, что люди, живущие вокруг нас, питают к обычным политическим дискуссиям столько негатива, столько грязи. И ты, пожалуйста, извини, я, говорит, больше в это втягиваться не хочу, потому что мне, говорит, неприятно. У меня осталось только два человека, остался один модератор и остался редактор. Благодаря редактору я все же сдерживаюсь, потому что редактор меня ругает, я все же сдерживаюсь, чтобы не писать в той же манере вот этим вот истеричным комментаторам ответы на их дурацкие, идиотские вопросы. Вот такие вот дела. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Если у вас есть желание поддержать наш канал, помочь его развитию своей спонсорской помощью, пожалуйста, мы всегда этому рады. Мы всегда будем вас в следующих видео отмечать как спонсоров нашего канала. На сегодня у меня новостей больше нет. Этот выпуск у нас выходит вечером. Следите за новостями у нас на канале и дай вам Бог здоровья. Всем удачи. Пока.